Всем привет! Сегодня у нас уже 15 число, 15 июня. Полмесяца прошло уже. Вот, приехал сегодня, приезжает, точнее, деда Вова с города Братска. Вот мы сейчас с Левочем. Лев, помахай всем, скажи привет. Привет! Мы отправляемся за ним, он подъезжает, позвонил нам, что он проехал уже Фрунзе. Вот, мы едем на Сурфе. Пока он стоит. Поедем на Сурфе. Чуть бы камера у меня не вывалилась. Камера, ну чуть бы не вывалилась. Вот, так что отправляемся мы сейчас за ним. Посмотрим, что он там привез. Да? Что он там привез? Гитару, наверное, с собой. Не, гитару он сказал с собой не возьмет. Гитару я уже отвез к бабушке с дедушкой. Вот, поэтому он там будет играть на гитаре. Может, потом мама что-нибудь сыграет. Подснимем его, как он играет на гитаре. У нас уже 10 час. Вот, на автобусе он ехал, на пазике. Поэтому долго все. Я там поеду по Карбышеву. Карбышев у нас, кстати, до сих пор, ну, сказали, вроде как... Только, да, Лёва. Сказали, только что-то на следующий год будут делать Карбышева. Они ее, получается, содрали. Вот таким вот образом. Вот, видите. И все. Но должен тут лежать асфальт. В следующем году будут делать. Вроде бы. Но пока что как-то так. Ладно, все, мы едем. Едем до автовокзала. Здрасте, здрасте. Привет. Привет. Давай мне суп. Да. А, ну они тяжелые. Что-то вперед, садись, наверное. Сумку закинь, ну. О! Левонтий! Привет! Че, давай рассказывай, как дорога. Да, нормально? Что-то такая. Долго, на пазике на этом. Да, короче, в поезде вышел в одной маечке вот в этой. Ага. Куртка с документами осталась. Где? Висеть. Давай, открывай. Хорошо, хорошо, что вышел. Думал, так, надо мелочь. А мелочь в куртке была. Ага. Подожди, а какая мелочь? У меня же куртка. Бегом. Короче, а если бы ушел бы в автобус, сел бы все. Ничего себе. С концами было бы. Ага. А так все нормально. Нормальность. Че ты, акулели привез? Окуней. Я говорю, акулели. Ты говоришь, окуней, окуней. Окуней принес. Я про акулели говорю, а ты про окуней для чего-то мне говоришь. Еще акулели. Акулели — это маленькая гитара. Я знаю, о чем ты говоришь. Какие тут тебе акулели здесь? Понятно. Окуней привез. 400 рожечки привез. А мы вчера с папой рыбачили щуку. Где вы рыбачили? А мы на Степановке рыбачили. И что? А лещей? Лещей там сколько-то штук поймали. Сети, что ли? Окуней? Нет. Удочками почему? Чё, врать-то? Правда. Чё, правда, что ли? Да. А где это у нас Степановка? Что-то я подзабыл. За чё хорошо вниз туда спускаешься? А, да, там же, там я был, там ловится, кстати. Сейчас, наверное, вот период, да? Вот, ну, наверное, видимо. А Гришка сейчас звонил, он в эту, вон, в Усть, Оша, на озере. Сейчас опять? Сейчас. Нет, не ездили. Это была речка, а это Оша, это Усть озера. Я видел уже, как они в Усть Оши ездили. Нет, они в Усть Оши были, а тут, да. Тут Усть какая-то Оша, озеро. Они тут собираются за Ульсельганку отъехать. Вот они меня как раз. Мы тоже поедем. Вот он спрашивал про меня. Да. Так, на двух машинах он на Ниве, а мы на Сурфе поедем. Так же, как тогда. Ну. Вот туда охота съездить. Мы хотели туда же, в Красный Яр, съездить с папой. Там покопать, ну и порыбачить. Ну, молодцы. Ну, а он говорит, мы дальше туда поедем. Это еще дальше ехать. Ой, молодцы. Ну, что там?
быстро научился, быстро бегать. Все, раньше все что-то медленно ходил. Сейчас быстро гоняет. Включай свет. Нет света. Ау! Вот она, здрасте. Здрасте, здрасте. Вы приехали, Владимир Петрович, не один, но с этим пацаном приехали. Да вот, с Лимонтием. Лёва, ты что, в Братске появился? Да, он соглашается, да. Да, главное, говорить да, и всё. Ну так, видишь, какую шутку сказать? Радостный такой. Папа, да. Давай я тебе покажу, как... Ох, Эдуард Петрович. Пошел сразу, раз на баночку садится. Банка. Не сажусь, а... Ну, слушай, там у меня всякие подписки. Ты или... А почему ты такой радостный? Кто, я-то? Лёва радостно. Это, надо поубирать оттуда подписки, там всякие непонятные что-то. Деньги срочно, ну там всякая гадость. Надо где? Да у меня в телефоне, потом посмотрите. А-а-а. Или ты, или Костя. Так, ну. Хорошо? Именно на сим-карте у тебя? Да нет, просто там у меня там что попало. Знаешь, вот я, блин, сообщения идут, сообщения. А они совершенно не нужны, только улюлюка не идет сплошное. Ну. Улюлюка не. Да, ну натурально улюлюканье. Чё там, ты запутался, что ли? Чё ты запутался, я не могу. Ну потом распутаю. Ты сейчас я тебя сниму. Я ещё не врубаюсь. Огурцы покажи. А он говорит, я его видел. Лёва говорит, видел? Да. Ты видел? Давай я тебе покажу огурцы. Сейчас, подожди. Во. Огурцы какие висят тут. Сегодня 15 число, я уже говорил, наверное. Вон огурцы уже какие висят у бабы тут. Один я вот. Один вот здесь сорвала. Во, смотри, во. Вот нифига зелени, сколько у тебя здесь. Вот еще. А здесь уже, Лёва, помидоры? Знаете, уже, знаете, да, Лёва, уже одна покраснела. Ну я вижу, вот. Красненькая. А Лёва красные ест. Она, он сожжёшь, ну рви, вот так, Настя, урожай. Вымыть надо, вымыть. Первый урожай называется. Пойдем вымоем, пошли вымоем. Смотри, ты зеленоватый. Видишь как? Я сам мою. Сам мыть будешь, конечно. О, красота, вот это. Орхидея. Вот это натуральная красота, вот это для меня, орхидея. Для меня это восхитительно. А то, что там огурцы висят, это не так радостно. Лёва. А вот это, да. Вот это красота. Я сфотографирую. Сфотографируй. Потом. Гитара вот я привез. Молодец. Молодец. Чё, показывай куней. А куней показывай давай. Да свои. Там какие опыты? Давай, показывай. Когда много показывают, а сейчас только показывают. Конечно. Какие тут окуни? Нет окуней, так просто. Было 100 одно. Ну-ка, давай. Я тебе... Вот я вот... Телефон у кого-то. А? Может, у тебя? Баба, наверное, телефон. Я вот в этом году видел, как лещи прямо под ноги прыгают из воды. Вот лещи? Это лещи. Лещ. Это лещи. Мне позавчера или вчера рассказывал. Лещи. А тут что у меня, куней? Давай, куней доставай. Не рубли, мальчик. Какие тут куней? Тут так себе, кушочки. Давай, доставай куней. Да нет у меня кушков. Лёва, ты правильно делаешь. Хорошо встречаешь. Прадеда. Он тоже прадед. Убежал один. Одна собачка убежала. Ну-ка давай. А, вот так, ну.
Ну-ка давай. Сейчас это прадед может тебя чем-нибудь. Соленые? Угостить. Вяленые. А, вяленые. Прадед может сейчас чем-нибудь уже, тебя угостить. Уже дубовые. Видишь, вот так что-нибудь угостить. Уже дубовые. Видишь? Следи за ним строго. А вот у тебя вот этот прям тут стоит. А как ты его называешь? Скажи мне. Я его могу угостить только вот этой рыбкой. Ну, это чепелить? Это пелить. Ага. На, держи. Это лично тебе. Да, никому да. Не давай, даже отцу не давай. Деда может поделиться. Мама с папой почистит и поедет. Тихонечко. Лёва, давай обратно в пакет его, а то жирный. Пакет, а то измажу кофточку. Да. Ну да. Ну а так держи. Дома, держи его, да. Дома поешь. Какие, да. Какие мною пойманные рыбы. С тобой, да? Да. Ну вот давай, ну, доставай. Это тебе, а? Тебе. Оба. Это он в братке привел. В братке это его было. Видишь, сколько рыбы у него? Мною пойманные рыбы. Тебе одна. Видишь, с какой бабочкой. Ну, папа понесет, ага, папа понесет. Ну то есть тетя у него там же есть. У него одна рыба. Может, хоть он весь, живи, весь в рыбе. Он потому что рыбак. И поедет еще за рыбой. Видишь, он рыбак. Видишь, что рыбы? Лёва, Лёва, мною пойманное. А вот крупная, это... мелкая. А как ты это? А вот это куп... вот эту куп... Висит у тебя на балконе? На балконе, а это купленное. Лёва, ты далеко не убегай. Это в Барабинске. Ух, это такая, это вообще классная рыба. Купленная. Это он мне взял. Офигеть. Он говорит, одну, нет, говорит, даже две. Вот это да. Это в Барабинске купленное. За сколько взял? За деньги? 250. 250 рублей? А вот это, которая где она? Где? Которая жирная. Вот это? А, ну, а это 300. Такая вот маленькая 300. Ну это же пили. Ну, ну. Она по классу качественнее. Угу. Вот она вся рыба. Все, да? Ну это мною купленная. То есть... пойманная. Пойманная. А, да. Купленная, правильная. Купленная. Не, вот эти две вот. Вот эти первое, две. Первое, что сказал, это правильно. Говорили, ты обманщица. И почему я обманщица? Это я знаю. Как это происходит. А где мы поставили? А что? Откуда девался поставить? Много информации. На самом деле, это просто вообще. Плывет. Туда. Плывет все. Вот так вот, столько рыбы. Как эта штука-то называется, вот это? Это Эдуард Петрович лучше знает, это его же система. Да, да, ты же видишь. Карболичочек из алюминия сделанный. Ты как это называл в том году? Горбовичочек, а я не знаю, как они... Горбовик ты, ну, называл. Горбовик. А ты как его называешь? Удобно, очень удобная вещь. Ягоды удобно туда складывать. Грибы. Грибы, я все-таки удобно. И вот, видишь, в дороге она сразу раз стоит. Стоит. Вещи туда побросала, не ломается, не давится, ничего. Ну, попробуем. Не жарится, не ломается. Так что вот эту штуку, вот эту штуку, я чуть было не оставил в поезде. А там документы, паспорт, телефон, деньги были. Когда ты? Вот сейчас вот, в поезде, но... Выходил, ушел уже на этот самый, на перрон. Потом оба, а что такое? Я вот таком прям так вышел. И бегом туда. Вот такие вот дела. За приезд. За приезд. Че, Лё? Это маме букетик, наверное. Маме? Ну держи, что тебе? Да. Не забудьте это, маме. Так
такой букетик из трех цветочков. Он сказал, маме это, маме. Ну сладость, сладости там хорошая сладость. Вот это самое. Твоя одна полка, это лежит уже. О, это спиннинг это, лежит. Это вторая, это его. Все полка. Как лежало, так и лежит. Это вторая полка твоя. А это постель твоя уже постелена. Так. И готовлена. Левонтий, иди сюда, я тебе вкуснятинку дам. Он знает, что он любит вкусненькое. Вкуснятинку. Тебе что больше нравится? Все подряд, мне то и другое нравится. На, вот, держи. Сейчас. Это мармелад. Сухофрукты. Называется мармелад. Держи. Сухофрукты. Нет, сухофрукты. Раз. Ананас. Ешь. Ананас сразу. Ничего себе. Ешь его. Ананас сразу. Ананас два. Ананас он положил. Да, он так ничего положил. Себе. Вот ананас это, три. Это вкуснее. Складывай. Четыре, да вообще все. Ну да, правильно. Сюда складывай вот так. Они... Я люблю. Ну да ладно, это он любит. Я один люблю. Да, да. Вот прямо так держи, это твой тебе да. Подарок от меня. Хороший подарок, да, Лёва? Полезный, главное. Хорошо. Ну, хороший подарок. Деду поцелуй, скажи спасибо. Вот так. Молодец. Давай руку лучше давай сюда. Вот другую надо. Нет. Вот так. Все, он молодец. Вот так показываю. Вот или вот так. Давай лучше так. Он давай иди со мной так. Вот так. Это уточки я разберу. А это Лёва тоже хочет учиться рыбачить. А, слушай, у меня же есть это, как её? Так, где она у меня? Сумки в той. Какие здесь у него всякие припасы, так, бомбасы. Оля. Он все это оставил, и мы все это сложили и не трогали. Не трогали ничего. Вот беги! Год его не было, мы ничего можешь, не трогали. Можешь снимать, можешь даже снимать это. Ну-ка, давай, покажу. Что я дополнительно? Взял с собой? Ну, я... Если что, если будет нормально, если будет нормально, значит одну оставлю, одну сторону собой заберу. Вот эта штука. Что это такое? А сеть? Да. Ну нет, это не сеть, это как. Сейчас я покажу. А она запутывается, рыба там. Да. А вот она. Уже я ловил на ней лещей. А вот эта сорока только ловилась. Лещ там другую. Легко распутывается. Она вот она. Кормушка, видишь, кормушка. Ага. Я в нее бросил камень, чтобы потяжелее, потому что когда рыба идет на ход, ей плевать. Ну, вот. Она так путает, запутывается, прет там, ей же икру надо метать. Я просто груз бросил, чтобы было тяжелее, а так сюда кидается прикрыт. А что, надо на этой, на лодке? Не, зачем, вон спиннинг. А можно на лодке просто, да? Или на лодку боится рыба? Зачем? На спиннинг бросил в воду, как удочку. А-а-а. Она же, видишь, вон, вот она. Ну-ну-ну. Вот цепляется. И что дальше? А здесь вот она так расходится, вот так. И она застревает там, да? Да, и она просто в кормушку лезет, вкусно. Вкусная. Это не считается как сети, да? Это просто... Это не браконьер. Это как блесна, типа, это блесны. Да-да-да. Вот она расходится, видишь? Ага. И вот что, я на нее вот поймал сороги. Ты тогда уже порвала, что ли? А, ну так да, надо будет это. Ну, конечно, рвала. Я на нее поймал сорогу, а в ту лещ, в ту более крупную. А-а-а. Лещей больше, чем в сети. В сети же ставить надо. А-а-а. А тут сразу в кучу бросил, они вот так лечатся. Вытащил, бросил, вытащил. Прикольно. Так что вот эта штука, будем пробовать ее. Давай тут сюда клади. Вот сюда. Вот, пожалуйста, знаю, будем проверять, что такое. А это я сейчас беру вот так. Все помню. Вот да, чтобы не запутывалось. Потом мне будешь рассказывать. Это, знаешь, что это фрукты, это будет очень вкуснятина. Фрукты издалека, Лёва. Это знаешь, это из Братска. Ходя приехал из Братска и привез мне такие вкусные фрукты. Ладно, вот это будет. Он очень любит, он пацанчик, он хороший. Потом разберемся. Смотри, он уже
Все есть, да, у него? Вот так вот приезд такой, да? Приезд деда. Сняли. Далё. Я вон это, позирую на камеру позирую. Двойнюка как ты на камеру позируешь. Что такое? Ну, покажи, что там такое. Давай, баба, выбрось. Не-не-не, а, это беруши как будто. В уши. Дед туалет пошел. Туалет. Да, туалет пошел. Это он потерял. Ну и как рыба-то? Ем. Вкусная? Потеряла, он нашел. Садитесь, ешьте рыбу. Вкусная рыба? Ешьте. Все нормально. Нормально? Попробуй. Отрывай кусок. Я откушу. Алло, вы что, не дадите такой рыбы? Ну, кусай. Так ты ему... Не, он рыбу не любит. Он не любит. Но не особо как... ест ее. Как я. Вкусная, копченая. Лёва, ты будешь рыбу есть? Мяса много там. Ты не отрывай, да. Скажи, деда, без этого... Вот, вот так вот к нам приехал деда Вова. Как я уже сказал, из Братска, так мы его встретили. Я думаю, это будет одним цельным видеороликом, потому что минут много я посмотрел, долго снимал. Поэтому будет одним цельным видеороликом. Вот, так что подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. Еще смотрим, в принципе, нашу жизнь, как что происходит. Давайте подписываемся, ставим большие пальцы вверх, пишем комментарии. Всем пока, мы поехали домой с Левочем.